Ищу порядочных людей я в мире, разведчиков порядочных ищу. Ну, чтобы все этично, эстетично выглядело. И если кто-то обнаружен, то мирно ведь путем разведчики расходятся обыкновенно. Обмен идет на уровне того же мида. Я, если вдруг оказалась клеет траншей, как угодно, то жду такого мирного взаимодействия. Меня ведь не готовили на ликвидацию кого-то. Поэтому бандитские замашки я не приемлю. Когда тут сгрудилась какая-то буквально куча и нажимала на мощнейший ом. А мне буддист тоже ведь родня. Они довольно честные ребята. И открывают истину. Да, ради истины самой. Они ведь не продашь. Но дело нынче в общем браке и в совокупности религии. И те, кто может быть вне, не принадлежит религии. Он атеист, но честно. Так что тише, кино. Уйди, не проявляйся смертельно. Шага. Направо, лево. Готовься к коронации сейчас. Чтоб аплодировать дружно совместно. Там воробьёвы. Ну, дистанционно. Тоже будет хорошо. Без ома. Чтобы дальше.